суде при участниках вывести первую смену для представления. Judges, participants, please bring cards to the platforms. Встречаем аплодисментами любителей весовой категории 63 и 68 килограммов. На первый помост вызывается Эрзат Сакабанов, Казахстан. Платформ номер один. Эрзат Сакабанов, Казахстан. Второй помост Рэндалл Сетцлер, США. Платформ номер два. Рэндалл Сетцлер, United States of America. Третий помост Султан Рахимов, Казахстан. Платформ номер три. Султан Рахимов, Казахстан. И на следующих помостах весовая категория 68 килограммов. Сергей Кияшко, Украина. Платформ номер four. Сергей Кияшко, Украина. Пятый помост. Ким Хаун Ул, Южная Корея. Платформ номер five. Ким Хан Ул, South Korea. Шестой помост. Сорокин Вадим, Россия. Платформ номер six. Вадим Сорокин, Russia. Даю контрольный отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. На первом помосте выступает Сакабанов Ерзат. Весовая категория до 63 килограммов. Спортсмен 1993 года рождения. Лучший результат 70 подъемов. Он является кандидатом в мастера спорта Республики Казахстан. Тренируется у Геллерта и Абдылгалиев. На втором помосте прошла минута. One minute. На втором помосте выступает Рэндалл Сатцлер, США. Спортсмену 33 года. Собственный вес 60 килограмм 400 грамм. И участник весовой категории 63 килограммов среди любителей Рахимов Султан, Республика Казахстан. 80 подъемов — его собственный лучший результат в толчке по длинному циклу. Прошло 2 минуты. Two minutes. Тренируется Султан у Шпилевого Александра Ивановича. Спортивный разряд первый. На четвертом помосте выступает весовая категория до 68 килограммов. На четвертом помосте Сергей Кияшко, сборная команда Украины.
Собственный вес 70 килограммов 500 грамм. Тренируется у Олейника. Лучший результат 95 подъемов. На пятом помосте выступает представитель Южной Кореи Ким Хан У. Собственный вес 66 килограммов 500 граммов. Лучший результат 30 подъемов. Спортсмен 1985 года рождения. И на шестом помосте Сорокин Вадим, Россия. Прошло 4 минуты. 4 минуты. Пять минут. 5 минут. Сорокин Вадим представляет у нас Тюменскую область и тренирует его два тренера Александр Ефимов и Константин Бакум. Собственный вес 65 килограммов 600 грамм. 85 подъемов, его лучший результат. Толчке по длинному циклу за 10 минут гири 24 килограмма. Шесть минут. 6 минут. Лидирует у нас до 63 килограммов Султан Рахимов на третьем помосте. За ним Эрзат Сакабанов. И на третьем месте пока Рэндалл Сацлер, второй помост. И на четвертом и пятом, шестом помосте весовая категория 68 килограммов. Пока равный результат у Сергея Кияшко. Прошло 7 минут. 7 минут. 60 подъемов и немного отстает Вадим Сорокин. Давайте посмотрим, у кого больше болельщиков. На четвертом помосте Сергей Кияшко, Украина. На шестом помосте Вадим Сорокин, Россия. Но все равно пока Сергей Кияшко лидирует. Не хватает поддержки Сорокину Вадиму.
Прошло 8 минут. 8 минут. Давайте поддержим Ким Хан Ула, Южная Корея. 26 подъемов. Это рекорд Южной Кореи. И я думаю, что еще высокие результаты у нас будут. Ну и мы видим, все решится на последней минуте. В весовой категории до 68 килограммов. Внимание, прошло 9 минут. Пошла последняя минута. 9 минут. 1 минут left. Тридцать секунд осталось. 30 seconds. Двадцать секунд. Десять. 10 seconds. Пять, четыре, три, два, один. Стоп. И мы видим, личные рекорды установили у нас спортсмены.